Новогодние праздники – это время, когда можно забыть о повседневных заботах и окунуться в атмосферу радости, веселья и счастья. Но что делать, если вы не хотите просидеть все дни дома, смотря телевизор или играя в компьютерные игры? Один из лучших способов провести новогодние праздники – отправиться в путешествие. Если же у вас нет возможности уехать далеко, то можно посетить интересные места в своей республике, соседних регионах и городах. Главное, чтобы поездка была интересной и насыщенной. Я буду отмечать новогодние праздники с молодым человеком. Он приедет сюда. Но у него поезд за час до Нового года, до полуночи, поэтому быстренько вещи оставим и бегом на елку. Праздники новогодние буду играть в компьютер и отдыхать от работы. Я планирую отметить Новый год в своем родном краю, в Башкирии, приехать домой, к сестренке, к друзьям, к родителям. В общем, увидеть всех близких, посидеть за праздничным столом. Вот. Если вы предпочитаете активный отдых, то на новогодних праздниках можно заняться зимними видами спорта. Это может быть катание на лыжах, сноуборде, коньках или даже на снегоходах. Такой отдых подарит вам массу положительных эмоций и позволит отвлечься от повседневной рутины. Новогодние выходные, но изначально я планирую остаться в общежитии, потому что я с Дальнего Востока, и улететь из Казани оказалось как-то слишком проблематично. Вот, но потом я на новогодних каникулах 2 часа полечу в Москву, где планирую провести выходные. У меня очень большие планы на новогодние праздники, в частности на 31 декабря. С утра я хочу успеть в нашу прекрасную кирху, в которой будет органный концерт. Вот. Днем мне нужно будет поздравить бабушку, еще упаковать подарки. Любители искусства могут посетить музеи, театры, концерты или выставки. В новогодние праздники многие культурные учреждения проводят специальные мероприятия, поэтому стоит заранее узнать о них и выбрать то, что вам больше всего нравится. Не забывайте о своих друзьях и знакомых. Пригласите их на новогоднюю вечеринку, поиграйте в настольные игры или просто проведите время вместе. Такие встречи помогут вам почувствовать себя частью дружной компании и забыть о проблемах. Читать интересные книги, петь и, наконец, записаться в спортзал. Я поеду родню повидать в свой родной город. Новый год, семейный праздник, надо семьей проводить. Новогодние праздники я буду проводить с друзьями, с семьей. Сначала с друзьями, потом с семьей. К ним съезжу обязательно. Плюс-минус так, побольше отдыхать. Отоспаться нужно за эти новогодние праздники. Используйте новогодние праздники для обучения и саморазвития. Можно пройти онлайн-курсы, прочитать книги, которые давно хотели прочесть, или просто заняться самообразованием. Это поможет вам стать лучше и расширить свой кругозор. Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости.